Здравствуйте, ребята рыболовы. Вот решил сегодня проехаться с утра. Еще один способ я вам покажу. Способ не совсем обычный, но довольно интересный. Солнце еще только встает. Попробуем. На Оке еще ситуация не изменилась. Попробуем мы сейчас вот таким вот способом. Как вы видите, это моя мочевка, на которую я ловил с дальним отпуском. Вот он, поплавок специализированный под дальний отпуск. Сейчас мы попробуем ловить в проводку с высокого берега. Течение вроде позволяет в этом месте. Здесь небольшая заводинка. Вот, с глубиной вроде бы определился. То есть тяжелый поплавок, матчевая удочка. То есть это снасть, с которой я ловил с дальним отпуском. Она прекрасно себя здесь ведет. То есть тяжелый поплавок позволяет нам забросить. Поклевки, конечно, видно с этим поплавком прекрасно. Но это, собственно говоря, получается как бы ловля баллонским способом. Ну, так вот, по-деревенски. Вот, получается вот такая вот ловля. Здесь, как определились с забросом и с глубиной, заклипсовали леску и гоняем уже на одном уровне. И забрасываем. Желательно вот так, да. Вот. Такая вот погода, хорошая погода, поклевочки вроде есть. О, опять тут трогает. Опа, нету. Вот таким вот образом это все дело делается. О, что-то клюнуло. Плотвичка. Вот такая вот. Ничего подходящее. В общем, глубина здесь получается где-то около 3 метров. Немножко поднимается ветерок, конечно, мешает. Вот, а так, в принципе, нормальная ловля в проводку. Ну, конечно, не нормальная. Лучше бы спуститься вниз. Но на наших местах я уже говорил, что есть ложбинки некоторые, но они, как правило, или заняты, или там не очень хорошо ловится. А вот здесь под обрывами рыба-то крутится, а вот поймать ее проблематично. Такая партия. О, такая вот густерка. Есть. Ай, сошла. Сошла, по-моему, плотва была. Да, эта ловля, конечно, трудовая. Это не с донками сидеть, ждать у моря погоды. Но это хорошо. А то совсем закостенеем. Надо хоть шевелиться, хоть удочкой позакидывать. Так, кто-то трогает. Есть.
что-то неплохое. Ой, какая плотва. Куда с добром? Все, в проводку у меня ловля кончается, потому что солнце, зайчики. До 8 побрала. Довольно интересно в проводку было ловить. Поклевки были, да, довольно такие энергичные. Вот на этом я с вами прощаюсь. Буду собираться. Ну, собственно говоря, что смог, то показал. И на этом до свидания.